В Даугавпилсе, согласно территориальному плану, существует 6 промышленных зон. На месте закрывшихся предприятий возникают новые, которые нашли свою нишу на рынке. Например, на производственной зоне в Черепово сейчас работают 25 предприятий, на которых трудятся почти 1500 человек. Здесь выпускают металлические конструкции, железобетонные изделия и другую продукцию. В этом году в городе запланирована масштабная реконструкция дорог, освещения, замена канализации в 4 промышленных зонах. Руководство города уделяет особое внимание этим объектам. Главная задача самоуправления – все-таки создать условия, благоприятные для развития производств. И деньги, которые мы получаем или получим из структурных фондов, направляем в основном на ремонт дорог и строительство инженерных сетей в промышленных зонах. Здесь, в Черепове, уже по осени строители начали работу, и самоуправление нашло возможность финансировать опережающим порядком за свой счет эти работы. Проекты готовились давно, и вот, наконец, наступило время их реализации. Если смотреть на карте, то первая зона Черепова, вторая зона – зона индустриальная Гаёк, третья – это северная промышленная зона, и четвертая – это зона в Крыжах, бывшая территория мясокомбината. Как только позволили погодные условия, начались работы в промышленной зоне Черепова. Основные финансовые затраты берут на себя европейские структурные фонды. Чтобы ускорить работу и не терять строительный сезон, городская дума взяла кредит в государственной кассе. Софинансирование самоуправления составляет 443 тысячи евро, примерно треть средств, необходимых для приведения этой территории в порядок. Мы находимся именно на строительной площадке зоны Черепова, где у самоуправления уже есть достигнуто соглашение с несколькими компаниями. И данные компании будут создавать на данной территории больше, чем 200 рабочих мест. И потому у самоуправления есть уверенность в том, что та инфраструктура, которую мы сейчас создаем, дороги, вода, канализация, ливневая канализация, будет пользоваться спросом именно от тех предприятий, которые здесь находятся, и будет этой инфраструктурой пользоваться также люди, которые едут на работу. Реконструкция 4 промышленных зон – это значительный шаг вперед для экономики города. Первыми результаты ощутят строители, которые будут заняты на этих объектах, и предприниматели, которые могут серьезно сэкономить, особенно благодаря предоставленным сейчас налоговым льготам. А итогом будут новые рабочие места для горожан.